Всем привет, ребята, с вами Тима, и наконец-то мне выпал в предложениях этот сундук, эпический сундук, безумный Амурат. Я очень люблю эпики, я с ними часто играю, поэтому небольшая прокачка мне не помешает. Ну что ж, друзья, сегодня мы этот эпический как раз таки откроем, давайте для начала бесплатно открою, фигня всякая. Вот он, 9500 стоил, раньше он вроде бы подороже был, и эпических меньше было, я вот точно не помню. Я уже говорил то, что играю всего 2 недели, возобновил свою игру. Ну, и как я уже говорил, я хочу армию скелетов, либо бочку, или же ведьму. Но остальные как бы не очень-то и важны. А хотя, стойте, еще заморозку можно, в принципе, если много ее выпадет, то я, возможно, ее прокачаю. Ну что ж, давайте, друзья, приступим к открытию, и... Что у нас здесь выпадет, сейчас мы посмотрим. У меня его не было. Вроде бы было торнадо. Так, ладно. Вышибало. Ну, не знаю, ни разу не играл им. Вообще никогда не буду пользоваться. Вот как это назвать? Везение? Офигенно, я как раз таки этой армии скелетов играю. 13 армий скелетов. Блин, и не хватает чуть-чуть. Ну, ничего страшного, я думаю, быстро накоплю. Скелет уровня 9 уровня уже будет. Ну, топчик просто офигенно. И, друзья, чтобы не было просто скучного какого-то открытия, я придумал еще кое-что интересное. Сегодня я буду составлять колоду с того, что мне выпало сундука. То есть, мне с эпического выпало торнадо, вышибало, яд и армия скелетов. Я должен вот в эту колоду запихать вот эти все 4 карты. И этой колодой я должен затащить, ну, или не затащить, просто сыграть пару каток, посмотрим, что с этого выйдет. Хотя, эпики слабенькие некоторые. Вот, например, торнадо первый уровень будет. Так, за место чего мы его... Давайте за место мушек, я не знаю... Яд первый уровень. За место валькирии давайте. Без понятия. Сейчас посмотрим, что выйдет с этого. Так, и вышибало. Вот вышибалу за место валькирии надо было. Кстати, где он? Вот он, вышибало. Все эпики первого уровня. Ну, ничего страшного. Вышибало. Ладно, ничего страшного. Уберу я все-таки заморозку. И вот такая вот колода у нас получится. Ну и что-то я даже не знаю, что куда здесь вообще. Колода какая-то странная, прокачка тоже слабая. Ну и все же это все-таки фан-атака. Даже фан-бои. Придумал эту идею спонтанно. Не знаю, что сейчас получится. 8-я арена, 2, 350 кубков почти. Ну что ж, поехали. 9 уровень. Да? Нет, 8 уровень. Думал, опять это 9 уровень, но и все же. Так, комбинация одна есть у нас уже. Это Хок плюс Fire Spirits. И начнем мы ее, наверное... Вернее, начнем мы с нее. У него есть сборщик. А что торнадо, как им пользоваться? Что-то как-то это... Я даже не подумал, как им пользоваться. И не смотрел даже. Урон небольшой прошел, но эликсир-то слил я. Вот в чем основная проблема. Бомбера пропустим или нет? Давайте бомбера все-таки пропущу я. А, он всего одну тычку. Так. А чем мне контрить вообще эту лаву? Ну, очень интересно. Так, пробиваем мушкетера его. Также вот здесь где-то накину поиза, наверное. Опа. Все. Это конец. Это конец. Пропускаем мы нашу вышку. Нечего больше сказать, конечно же. Так, ладно. Вот так нафиг его сейчас затянем. А он все равно достает и как бы в нулину я скинул. 683 хитпоинта у него на вышке, как бы. А вышибал я еще не задействовал. Он вообще какой сильный, нет, я не знаю. Никогда им не играл. Давай опять свою лаву. Ну, естественно. Только теперь я фаербол лучше подержу на его мушек. И будет шикарно. А нет, стойте, я опять сейчас ошибку сделаю еще. Так, мушкетера выпускаем. Здесь огненных духов, судя по всему, еще сейчас придется, да, нам? Или давайте я лучше сразу фаербол приготовлю. Даже так? Успеет, нет? О, еще и по варварам, ну шикарно. Здесь же скидываю армию скелетов нашу. Но все равно урон... Под рейджем или что это? Вот так еще сделаем, докинем. К
кабана, и должна быть атака неплохая, да? Сразу приготовлю торнадо и вот так сделаю. Проходит урон? Да, все, урон проходит, офигенно. Хотя бы одну вышку затронул его, уже не в минусе, так сказать, в бою. Мушкетер, конечно же, здесь вышибалу поставим. Так, а здесь мы что бы сделаем? Здесь, здесь фаербола накинем. Если сейчас мушек еще скинет, вообще офигенно было бы. Ладно, пускай урон проходит, нам уже здесь ничего не сделать. Делаем вот так. С центра мушкетера. Потом тянем вот так еще. И не успела чуть-чуть. 1250 на вышке у него, 930. Ну, шикарно как бы. Так, внезапная смерть. Сейчас идет гончая. У нас один шанс остается. Знаете, что сделать? Слить его мушек, а то опасно как бы, да? Ой-ой-ой, а все, это конец, кажется. Да, это конец, 85 хитпоинтов. Блин, я чуть-чуть проворонил. Но и все же, вы видели, я почти затащил этой странной колодой. Если бы я раньше этого бомбера гребаного законтрил, было бы получше. Он еще и с яростью играет, нубство. Ладно, давайте дальше продолжим. Второй бой, я надеюсь, сейчас хотя бы я выиграю. Ну да, против 9 уровня. Хотя вот колода у меня более-менее как-то есть что-то. Вот только яд я не люблю. Что там еще? Торнадо. Я им пока не знаю даже, как пользоваться. Шестой мушкет. Я его сносить буду с фаербола. Но что у него пойдет сейчас впереди? Не знаю, что-то как-то он это... Давайте атаку сразу проведем. Хотел я сказать. И сливаю и хога. А торнадо наносит урон вообще или нет? Что-то какой-то урон, ну, мизерный, как бы. Огненных духов зря потратил еще. А торнадо, кстати, неплохой такой урон-то наносит. Пропускаем сейчас дамаг от принцессы, еще и от бочки. Эликсира нету дефаться, вот в чем минус основной. 980, 800 хп на вышке. Тем временем, когда у него 1500. Так. Мушки есть у него, еще там что-то есть. Фаербол, давай мушки сейчас свои, я к фаербол скину на тебя. Так, ладно, начнем с вышибала и хогом. Что-нибудь получится, интересно, так или нет? Опа, оп, не успею, да? Да, я не успеваю. Блин, ну вот эта орда мух меня очень сильно бесит. Я никогда и не играю. Конечно, стрел у меня нету. Приходится фаерболом все это сносить. Готовим комбинацию нашу. Вот с торнадо у него было что-то такое? Мушек сейчас у него точно нету, это я уверен как бы. Хотя, может, зеркало есть. Накидываем вот так, докидываем Fire Spirits'ов, готовим торнадо. Так, торнадо... ясно. Приготовил торнадо, называется. Угу, офигенно. Яд еще сейчас не замедляет. Ну, все, минус вышка. Это сразу ясно. Но мы постараемся тоже что-нибудь сделать. А, не минус вышка, это прикол. Давай свой орду мух. Блин, я еще криво скинул. Че же вышибала такой дохлый? Или он первый уровень такой, я вот не понимаю. Готовим сразу торнадо. Здесь скидываем вот так. И тем не менее, урон 2-2 тычки только проходит. Но 30 секунд как бы и навряд ли. Хотя бы одну звездочку. Добавляем мушкетера. Тут же сразу скину огненных духов на его орду мушек. Успею, нет? Да, успеваю, но как бы это. Докидываю фаера еще. Сейчас пойдет армия скелетов, так я и думал. Давай тычку одну. А наносит торнадо по вышке урон? Ясно, понятно. Я думал, торнадо наносит еще и по вышке. Все ясно. Вот к чему приводят атаки без опыта. Второй слив. Ну и давайте последний слив на сегодня. И как бы офигенный выпуск выходит. Целых два слива уже имеется. И третий будет отлично. Восьмой уровень, 2289 кубков. Ведьма. Третий уровень.
яд положите. Вот первый раз его заюзаю, или второй раз, когда там... Кстати, неплохо так и травит. Делаем вот так. Еще вот так. И все как бы. Минус вышку мы теряем. А нет, не теряем. Странно. 500 хп вроде прошло урона на нас. Скидываем вот так. Готовим торнадо. Угу. Приготовил торнадо. А мы мушек снесем с одного торнадо или нет? Нет, не снесем. Пойзон я опять не успею положить. Так, скидываем яд. Ну, блински, они пук-пук-пук. Все, вышку мою снесли. На 600 хп у него побольше на вышке. Сейчас мне бы хорошую атаку, будет отлично. Опять-таки у него ведьма. Седьмой фаербол снесет его или нет, интересно. Ну, ничего страшного, мы все-таки пойдем сейчас вышибалой. Давай свою бочку сейчас, потом мушкетера, вернее шахтера. Так, вот так сделаем. Так, минус вышку мы теряем. Потом скидываем нашего хога. Докидываем огненных духов. И как бы должна быть атака. Шпуньк, шпуньк, все. Что-нибудь сейчас будет, надеюсь. Здесь мы вот так. Вышибал, вот вечно не доходит. Дохлый какой-то. Либо я играть не умею, либо он дохлый действительно такой. 360 хитпоинтов на вышке остается. Как бы один выстрел мушкетера и фаербол. Опять с вышибала идти. Ну, блин, 5 эликсира стоит и так быстро загибается. Может, мушкетер все-таки успеет выстрелить? Посмотрим сейчас. Не успевает. Все ясно и понятно. Делаем вот так. Делаем вот так. Потом кидаем сюда хога, чтобы хотя бы вышку у него забрать, что ли. Угу. Армия скелетов, так и думал. Давай тычку сделаю, ну все, отлично. Добью все-таки фаерболом. Какая мне разница, чем добивать? Хотя бы одну вышку заберу. Здесь вот так, тут вот так еще докинем огненных духов. Вытравим все это дело ядом. Надеюсь, у нас это получится. Урон по нашей вышке тоже проходит. Добираю еще и армию скелетов. Идут стрелы. Я, кстати, первый раз у него вижу стрелы. То, что они вообще у него есть. Делаем вот так. Потом у него сейчас мушки пойдут. Я в этом что-то уверен. Да, я так и думал. Докидываем. Ага, еще и элитный варвар. Ну, ясно. Что это за человек? Вот так делаем. Добавляем мушкетера. Так, ну урон проходит. Но вот элитный варвар подвигает. И все. Наносит офигенный дамаг. И мы сливаем, да? Смотрите, какая армия идет, орда, так сказать. Сейчас мы на хога все сманим, да? Вытянем ведьму. Так, вот уж урон проходит потихонечку. Давайте еще фаербол. У него сейчас еще мушки, да? Ну, я так и думал. Так, по красоте у него мушки идут. Сейчас у него шахтер, бочка. А, зачем шахтер? Минус вышка. Ну так, друзья, на сегодня выпуск подходит к концу. 3 слива сделал, как бы. Ну, это офигенно. Я надеюсь, вы так же тащите, как и я, 3 слива. Надеюсь, вам понравился этот выпуск. Всем удачи, всем пока.